Всем доброе утро. Находимся с вами все еще в Челябинске. Скачили сейчас пацанам в АДЖС. Взяли пайпинг. Сегодня вечером снова привязываемся на стенд. Будем переносить фильтр, ну и посмотрим, куда его лучше засунуть, чтобы максимально эффективно все это дело работало. Потому что соточку с ровного места минимум, причем соточку там доходило и до 150. Лошадей разница, терять не хочется. Фильтров большого такого размера под такую мощность ни у кого сейчас в наличии нет. Поэтому выкручиваемся из того, что есть. Ну и, видимо, будем уже по мере поступления решать вопросы. Может, где-то на этапе круженем фильтрец там большой. Погнали. Ребятки, ищу гидроабразивную резку. Нужно пару деталюшек вырезать из карбона. Пятница, суббота, воскресенье. Вот, в общем, 2-3 дня на это есть. Ну, желательно, конечно, в ИКБ, я думаю. Потому что с Челябинска сегодня в планах уехать. Ночью надо вылетать в Рязань.